Asmodee Play. Мы продолжаем играть Стражей Галактики. Так, продолжить. Посмотрим, что нам несет наше преимущество. Так, мы с кем, мы с кем-то биться должны же вроде. На... как он? На грани грандиозного шухера. Вот только с кем мы там бьемся? Забыл, ладно. Сейчас вспоминать будем, с кем мы бьемся. За каким нас послали. Нас послали что-то разведать. Мы разведали. Доложили собаки-бабаки. Это язык Кри. Здесь написано «Мама умней». Так, мама умней. Вернусь. Надежда. Обещание. Так, взаимодействие. Что там с терминалом? Здесь неплохая защита. Нужно время. Ладно, так. Ждем. Вау. Не бойся, Карел. Я обязательно тебе ее верну. Так. Вернем, вернем. Так, это что? Обсудить находку с кем-нибудь, когда встретитесь на Мила. Хочу... Ладно. Мы ведь ничего тут тебе не берем, да? Дочь Таноса, да у тебя проблема. Ты не одна. Но это что? Ответ на мой вопрос. Ладно. Для прокачки я пока еще ничего не нашел себе. Так, это что-то? Есть идеи, как это понимать? Нет, но здесь пахнет кровопролитием. С каких это пор ты научился говорить образно? Я способен расти над собой. И тебе рекомендую. Некий. Я вижу следы потасовки, Питер Квилл. Да. Какой умный. Хорошего. Ах ты. Аппетит. Будьте здоровы, живите богато. Наверное, это ее старший. Она часто о нем рассказывает. Он ведь был на Хале, когда Читаури... Да. Так. И муж ее тоже. Это объясняет ее бесстрашие в сражениях. Ей нечего было терять. Да как же. Так, этот терминал не работает. Давай, вот о ней еще расскажи. Вот. Сходство просто поразительное. И вовсе она на меня не похожа. Похоже, похоже. Она синяя? И почему Карел мне о ней не сказала? Она пыталась ее защитить. По законам Кри о чистоте крови. Так, это что? С тобой карается. Читаем. Это ты так шутишь? Кри очень серьезно относится к чистоте своей крови. То есть, когда Карел говорила, что нам нельзя... Она говорила всерьез. Понятно. Ну, что уж, что сделано, то сделано. Что это? И дитё появился свет. Угроза какая-то. Согласно законам о чистоте крови, Совет Кри требует свидетельства о происхождении Ники. С точки зрения закона, сношение с тобой было весьма предосудительным поступком. И с других точек зрения тоже. Плохо дело. Для тебя? Да нет, для Ники. Думаете, в этом как-то замешаны Кри? Совет Кри действует прямолинейно. Если они хотят кого-то покарать, об этом узнают все. Ну, Карел и Ники показательно повесили бы. Вот тебе и поговорили. Так, Совет Кри по вопросам чистоты крови. Как вам уже известно, в следующем цикле обвинитель прибудет на Надежду Халы с дипломатическим визитом, цель которого обсудить вовлеченность явно что-то произошло. Спасибо, что Совета Кри в восстановительном процессе. Однако это не единственная причина, по которой она посетит судно. Все в данный момент находящееся на службе в корпусе НОВА, представители Кри должны лично встретиться с обвинителем в установленном сроке для допроса. От вас могут потребоваться записи от гинекологии и последние результаты медицинских обследований, проведенных не корпусом НОВА, но сертифицированными врачами Кри из одобренного совета списка. Выяснится, что Центурион Карел и девочка погибли. Ты выяснил, что они погибли? Если в данный момент с вами проживают дети, их также могут подвергнуть расспросам. Пропускать эту встречу нельзя. Обвинителю придется найти вас на рабочем месте и лично доставить вас на допрос. Проявите пунктуальность. Обвинитель еще. Вот тебе раз. Уже и трюкнуть никого нельзя. Что за народ? Так, ладно. Что если миросознание не одобрит? Давай, вот отсюда начнем. Устройство для окрашивания? Разве Крик красит волосы? Только чтобы что-то скрыть. Так. Ого, у Кри бывают комиксы?
Я удивлен. Совет Кри весьма строг по части допустимых форм развлечения. То есть это типа суперценная вещь? Отсюда поподробнее. Ага. Удостоверение личности Ники. Но что-то с ним не так. В каком смысле не так? Не пойму, какое-то оно неправильное, что ли. Не уверен. А дата ее рождения на этом документе есть? Соответствует она сроку вынашивания у Кри? Я не в курсе. Откуда мы знаем-то? Так, я в системе, но новости неутешительные. Что ты нашел? Это... Ники сама ее собрала. Звездолет. Так. Эй, Квилл, хочешь глянуть, что я нашел? Давай, говори, что ты там нашел. Всегда знал, что однажды я взломаю компьютер корпуса Нова. Ты уже пытался раньше? Неоднократно. Проблема всегда в том, как к нему подобраться. Что здесь такое? Пусто. Совсем? А наш капитан должна вести журнал. А ты ведешь? Я о чем? Записи пропали. Все. Словно мера сознания попыталась вообще все отключить. Выключить и включить. А тут смотри, что-то написано. Блак. Разве на кораблях что-то черное. Для этого специального сервера. Точно, Nexus, да. Если в системе остались фантомы, то... Я в этом не участвую. Не в буквальном смысле фантома, он про остатки данных. Так? Да, но придется подключиться к Nexus напрямую. С мостика корабля. Мы не уйдем, пока не выясним, что случилось. Значит, идем на мостик. Открываем. По схеме корабля, мостик должен быть там. Ой-ой-ой. Вот счет для пса. Это ж один из тех жрецов. Значит, церковь и впрямь в этом замешана. Нужно. О, нет. Твой же хвост. Я сваливаю. Не двигаться. Ну что, требовалось доказать? Я так и думал, что мы упадем. Так, что за жрец? Что за... Что-то какой же ты жрец? Отчет для пса! На нас напал! Гигантский робот! Темный жрец! Темный гигантский давай, давай. Робот-жрец! Ясно, да! Это точно должно пойти в отчет! Так. Вот так вот. Вот так, давай, разряди, разряди в него все. Нет, я никогда не применяю тебя на робот! Мы его всего лишь поцарапали! Да, давайте накинемся вместе! Командный дух, все дела! На! Ой-ой-ой-ой-ой! Значит, эта штуковина охраняет серверы? Не знаю! Так? Но там все хвост знает, что там все творится! Ой-ой-ой-ой-ой! А он вообще знает, что такое боль? Подожди, сейчас он узнает, что покажи такое боль. Покажи им, Гамора! Эй, готово! Питер, ты ему поможешь? Давай лупи! Да. Лови его, Грут! Все, Грут оторвал ему руку. Отлично! Слаженное выполнение маневра. Я не скру! Держи его! Я ему сейчас ноги пробью. Заново! Ты знаешь, я пока я был бы крайне благодарен за помощь! Так. Питер, может, посмотришь, как он там? Давай, оглуши-ка его. Брось ее! Кому? Мне кажется, или ему вообще понял? Ой-ой-ой-ой! Держись, Гамора! Так. Ветки в руки, Грут! Надо... сколько я как раз заскучала! На тот свет я спешить не буду, приятель! На тебя! Никто его не берет! Блин, меня завалили! Блин, не успел! Надо было летучку пойти созывать, так хотя на летучку-то смысл. Ладно, пробуем еще разок. Надеюсь, он будет уже с оторванной рукой. А то нифига ему. Сейчас вторую руку оторвать, потом еще третий раз его долбить еще надо будет. О чем для пса? На нас напал! Стрёмный жрец? Стрёмный гигантский робот-жрец! Давай, давай!
Подожди. Давай, 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 давай. Вот неплохо я. Одна и что еще отрадно. Выжить! Давай. Такой огромный робот может немало вытерпеть. Великий Громила, мы его одолеем. Давай. Так, вставай. Подбей его. Мы просто должны были тихо пройти по коридору. Эй! Ой-ой-ой-ой. Это не я разбил стекло. Бежи, труд! Давай, 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 давай. Эту броню можно пару дней резать. Нет, ой, ты... выход, а теперь к делу. Быстро разрежем. Да ты из-за этого корпус снова свихнулся. Давай, 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 давай. Многое предстоит узнать, но надо добраться до Нексуса. Что, не нравится? Этот исполинский дроид весьма значительная угроза. Гамора, я вижу. Да, режь руку ему. Ой, это очень больно. Вот так вот. Так это, Роб. Давай, давай, давай. Как-то лучше звучит. Питер, моя великая сила не используется. Давай, давай, давай. Где еще как пули? Используется. Запусти! Вовремя! На будущее вам надо научиться вести себя незаметно. Правда? Давай, давай, давай. Стопок. Давай, давай, давай. Пить плоть намного отраднее. А знаешь, что еще отрадно? Выжить! Да подставим! Так. Такое смирись ощущение, что собой я палю в него уже вечность. Клирикой Громила. Мы его одолеем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Значит, эта штука всех гипнотизирует? Почти. Ты меня убиваешь, они сводят с ума. Могу понять, как ее вскрыть! Давай, 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 давай! Я стреляю, стреляю, не останавливаюсь! Я никогда не применяю тебя на робота! Что дальше, Питер? Последние слова! Твой выход, Дракс! Давай, давай, Дракс! Смотрите, какой огромный уродливый робот! Решение орешком. Нужно рассказать собаке о жреце. Роботе-жреце. Я есть Грут. Грут говорит, псина не отвечает. Продолжай вызывать. Мы подумаем, как отсюда выбраться. Правда? Это же серверное, так? А серверы — это информация. И что, я провод от сервера в башку себе воткну? Нужен центральный терминал. А ты это сказал чё? Мостик в той части коридора. Значит, надо перебраться туда и наверх. Ну и как перебраться? Визор у Питера. Если он его не сломал. Не сломал я его. Вот, вот так и переберемся. Нормально. Достойно, Питер Квилл. Я есть Грут. Вот так. Откуда мне знать, почему Пудель не отвечает? Пытайся снова. Грут, идешь? Пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В отчет для пса. Нам повстречался новый могучий противник. Фантомы не обнаружены. Так, судя по той карте, Нексус должен быть прямо над нами. Берем. Мне швырнуть грызуна? Нет! Да брось! Ладно, осмотримся. Может, что найдем. Странно, да? Чего такое странно? Ощущение, что миросознание словно бы выключились. Очень странно. Может, оно перезагружается? Знаешь, из всех слов, что ты мог употребить, это на удивление уместно. Или перезапускается, я путаю. Так. Так, если... Вот так. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, а как возможно, мне... Возможно, стоило допросить робота-жреца. Точно! Как вернулся с меня... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Свяжем его и зададим парочку вопросов. У тебя есть веревка? Нет. Тогда твой план несостоятелен.
На. Так. Я куда-то это все перенаправил. А надо куда направить? Никогда не понимал, с помощью какой магии хранить столько информации. Это ты про серверы? Про все. Серверы, компьютеры, технику. То есть ты вообще не понимаешь, так, чем я занимаюсь? Именно. И... Я вижу там в углу открытую панель. Уверена, нам туда. Отлично. Осталось только перепрыгнуть через эти плавающие серверные штуки. Предельно безопасно. Они удерживают в себе немыслимые объемы информации. Уверен, наши тщедушные тела они тоже выдержат. Давай. Не разбей грызун стекло, всего этого можно было бы избежать. По-твоему, это он виноват? От него панической беготни оно окончает. Ау! Насколько глубоко я упал? Как низко я упал? Ну, я думал, я смогу перепрыгнуть. Оказалось, что не смог. Ладно. Нужно рассказать собаке о жреце. Роботе-жреце. Я есть Грут. Грут говорит, Ксина не отвечает. Нормально. Достойно, Питер. Блин. Я есть Грут. Откуда мне знать, почему Пудель не отвечает? Пытайся Пудель снова. Это собака, бабака вообще-то. Я ее так назвал. Пиу-пиу-пиу. Давай, как на съемках. В отчет для пса. Так, судя по той карте, Нексус должен быть прямо... Здесь я собрал. Мне швырнуть грызуна? Нет. Ладно, осмотримся. Может, что найдем. Блин. Разбей грызун в стекло. У тебя какие-то ботинки. Заедающие. От его панической беготни оно окончательно треснуло. То есть твоё гигантское пузо тут было совершенно... Давай. Эй, Грут, ещё не удалось связаться с Космо? Я есть Грут. Нет, никак. Доберёмся до мостика, сигнал наверняка будет лучше. Чё это? Оно не так. Повествование, генератор. О, а вы за мной, что ли, все уж пришли? Эх, вот бы покопаться в одном из этих серверов. Мусорный контейнер. А наш план не в этом? План был добраться до мостика и надеяться, что Нексус не заблокирован. Но надежды мало. Ну, давай. Ну вот, добрались. Командный центр. Значит, вон там находится терминал управления Нексусом. Чем-то похоже, надеюсь, да, обстановка на Звездные войны. Квилл, доверяю это дело тебе. Вот это у меня. Это тебя нетипично. Небось думает, что терминал... Где-то есть он этот, как его называть? Это все объясняет. Джедаи. Это не мне тут не имется узнать, что случилось. Какие-то... Пусть сам все увидит. Какие-то джедаи первые, по-моему. Стой, это что такое? Фотография. Чего же ты ждешь, Питер? Сейчас, растение. Да, я готовлюсь психологически. Это кто-то подрисовал. Вот это усы. Что там? Выходит номер жетона Карел 0001. Она номер один? После галактической войны миросознание сбросили всю нумерацию. Так, найден новый код 0025. А Центурион Карлос, попробую что-нибудь новое в этот раз. Скажите, что думаете? Карлор убедился, что дверь в его кабинет заперта. Он закрыл ставни на иллюминаторе и сел за стол. Правдива ли эта история, думал он. Клиентка сумела произвести впечатление. Но так можно сказать о большинстве лжецов. И все же что-то интригующее в этом деле крылось. Он постучал пальцами по досье, но не стал открывать. Вместо этого встал и подошел к умывальнику, посмотрел на себя в зеркало, скривился и отвернулся. Она предложила ему слишком много денег за такую работенку. Что-то было не так, и это точило его изнутри. Он вернулся назад к досье. Включил свет и внимательно прошелся по страницам. Вот она, номер на задней стороне фото. 2025. Возможно, комбинация. Контактный телефон. Он выбежал из кабинета. Если повезет, то он успеет сесть клиентке на хвост и посмотреть, не приведет ли она его куда-нибудь. Ну, давайте. Я не понимаю, почему Питер Квилл не подключается к Нексусу? 2025. Питер Квилл, ты нашел что-нибудь полезное? Ну, кое-что.
Давай, посмотрим. Крут спрашивает, не от того ли это, что он страшится ответственности? Разумеется. Ну давай, набирай. Нет. Заблокировано. А хотя... Ники очень не хотела, чтобы Карел знала об этом ключе. Да чтобы карточка какой-то девчонки открыла доступ к Нексусу. Шутишь? Да, получилось. Еще не успел набрать. Всегда хотела глянуть свое досье. Так. Личные файлы. Это список ведроголовых. Так, звание Центурион, Ричард, так. Тут работает. И что? Тут может быть ценная информация? Зацените. Я слышал о нем. Так. В отлучке? Волден Николета, звание кадет. Хороший вопрос. Размещение Надежды Халлы. Галактика Андромеда. Кадет. Так, также известно, как Ники в данный момент проходит обучение в качестве кадета, и ее мать Центурион Корел. Личность ее отца не установлена. Несмотря на несколько дисциплинарных изысканий, в личном деле ее командованием его командиром является ее собственная мать. Голд продемонстрировала хороший потенциал и, скорее всего, сумеет сделать успешную карьеру в корпусе Нова. Примечание. С момента последней связи Центурион Корел и экипажа Надежды Халлы с миросознанием прошел один цикл. Требуется дальнейшее наблюдение. Награды отсутствуют. Агент Таноса? Так. Гамора, как ты это объяснишь? Никак. Агент. Это ж была не я. Так, досье там преступников. Меня для нее все. Вау, это вот братья эти уродцы. У меня список приводов один на двоих. Ну мы знаем, так, ну-ка. Про ну-ка. Этого я слышала. Он из смертельного. Дополнение. Кровные братья недавно были наняты леди Хилбернер. На настоящий момент кровные братья арестованы службой безопасности забвения. Глава службы безопасности забвения Космо уверяет, что его люди справятся с ними сами. Так, связи Танос, смертельный легион, леди Хелборд. Ни хрена себе. Оказывается, у Дракса уровень угрозы планетарный, блин. Позывной капитан Слава. Да что у вас, Зимнюков, за присаждение Крилан, это кто-то, человек. Звездный лорд, вау. Это тебе не какой-то там темный ястреб. Для сравнительно оседлого вида, Земля немного где побывали. Вау, где-то сколько. Где-то я его уже видел. Енот. Завидуете, вот, даже я нет есть. Нет такой статьи, которой бы нам с Гротом не... Вау, кстати, вот из назначенной Йонду награды мы встретили Квилла. Так, хорошо. Ого, твой список приводов длиннее, чем я думала. Изображение. Ладно, давайте посмотрим. Так. А я-то думала, как они нас засекли. Значит, Квилл на сенсоры напоролся. Так. Прошли. Бум, взрыв. Не-не-не-не. А это не тот буровой корабль из карантинной зоны? Я все же не понимаю, как корабль церковника взорвался. Корпус так, новый ладно. Славится дотошностью в вопросах безопасности. Тут наверх... Смотрим, видеосвязь. Что нам покажет? Эй, а это не... Корабль, который мы обшарили в карантинной зоне, он. Когда сделана запись? Сигнал усилился. Значит, мы близко. Насколько? Неясно. Слишком много помех. Что-то ищет. Центурион Карел, посмотрите. Кого они там? Эй, что ты здесь? Берегись! А, это же... Берегите! Металлический ёж, который из пробирки. Она вошла после нас. О, вмять. А так, зачем? Тварь, как считаешь? Это существо съело нашего монстра. Ха. Да там миллион таких. Туда ведь не зря летать запретили. Нет, это ты, Юлиш. Эта тварь не имеет к нам отношения. Так, надо вторую запись посмотреть. Так, признаем. Камень, что подняла Карел. Кажется, мы в него стреляли в карантинной зоне. Мы? Ты в него стрелял. Ладно, я не об этом. Из него появилась та странная тень. Мы причина. Карантинная зона, большая душегубка. Ну, выпустили мы эту тень. Сами-то выбрались.
И твоя подружка, скорее всего. А говорил всю дорогу, что она скорее мертва. А может жива, может мертва, неважно. Главное это, мы все целы. Карел крутая. Если кто и выбрался, то она. Юнот юдит что-то. Что-то он темнит. Так. Подожди, надо второе видео посмотреть. Так, что это за оно? Это чего? Гляньте-ка. Стражи Галактики. Святоша. Вы поняли нас неверно. Да что уж тут непонятного. Жертвовать иногда приходится... А кто его знает? Вот, верхом на звездах. Объединитель. Рейкер. Верно? Без дураков, нам льстит, что мы у вас на слуху. Правда, ребят? И так круто, что вы не пришили нас сразу, да еще при помощи ваших горилл. Они было собирались порвать нас, но появились вы. В общем, за это мы вам благодарны. Но просим вас ответить на парочку вопросов. Скажем... Что-то не работает у него. Сейчас Центурион Корел и ее дочь? Да. За правдой вы сюда пришли. За ней самой. Радуйтесь. Матриарх желает ее вам открыть. Что-то не работает. Грут? Что за ерунда? Почему не работает? О, а вот это совсем не круто. Нас закрывают. О, есть Грут. В смысле он не отвечает? Идем. Собака-бабака нас... Ай-яй-яй-яй-яй. Связь потеряна. Собака-бабака. Это что-то... Что? Ничего себе корабль. Вот этот корабль-то был большой. Охренеть, какой большой. И этот охренеть большой корабль. Охренеть, какой большой корабль залазит. Это просто, ну я не знаю. Патриарх. Охренеть. Ну охренеть, это вот кораблище. Это что за кораблище? Это планета целая. Да что там, Сакралик. Спасло, там чего? Корабль-храм, церкви. Вот засада. Эй, хорошо, что эти ухвостища нас не разоружили. Показывают, что не боятся. Корабль с целую планету. Тактика. Кататианские воины часто идут в бой, в чем мать родила. Стриптиза не нужно. Слушай, это могло бы отвлечь их внимание. Да, не то. Есть другие идеи. Спазм сможешь? Даже с пеной. И с судорогами. Да, могу изобразить. Ладно, как маякнут, и в припадке на пол вались. Они тобой будут заниматься, а мы в один из коридоров дернем. А мне как быть? Ты, в общем, это, ты проявишь героизм. Я не собираюсь. Прошу за мной. Енот-то совсем обнаглел. Ну же, Квилл, вались, изобрази подучую. Давай другой план. Так, у нас выбора нет. Матриарх прям нас хотела видеть? Именно тебя. Не понимаю, почему. Питер вообще полон сюрпризов. Это хотя, кто там? Если речь о том, кто первый на промывание мозгов? Вот что вы думаете? Что мы промываем мозги? Мы столкнулись с вашими обращенными. Назвать их фанатиками, о, ничего не сказать. Они молящиеся какие-то. Обещание Матриарха. Да, это меняет личность. Но они пошли на это... Добровольно. Квилл, тот дрон. Чего тут добровольного? Что? Как? О чем это вы шепчетесь? Ну? Я есть Грут. Так. Спрашивает, в курсе ли ты, что ты злодей? Да просто обсуждаем, до чего огромный у тебя корабль. Ну, я не со... Величественно. Верно? Вера в Матриарха вернула ему довоенный облик. Как вернет нам и всех, кого мы ранее... потеряли. А еще батарейки какие-то огромные же у вас. Любимых. Детей. Что-то машину времени готовишь, что ли? Обещание вернет умерших? Конечно, нет. Они не могут вернуть умерших. Не мы. А кто? Матриарх. Священный сосуд. У меня идея, но нужно время. Может. Отвлеки его. Так, отвлеки. Хорошо. Как его отвлечь?
Смотрите, какие величественные статуи там. Пипец, и пропасть-то. Оступился, и хана тебе. Что за... Ну, смелее. Уверуй. Если бы я хотел вас убить... Ух ты, обалдеть, это... Это вот силовое поле. Контек. В чем фокус, объясните. Колдовство. Меня не удивляет, что некоторые думают так. Но я применил науку. Это наука вера. Вера – наука? Вздор. У веры энергия есть. Этот бот. Мои инквизиторы. И даже... Сама Сакралия. Все питается одной и той же чудесной энергией. Вон сколько энергетических кругов там. Энергией, открытой мной. Я хакну дрон, отвлеки его. Что, сейчас? Что? В чем дело? Скажите, это... Это ваше открытие дало вам возможность... Энергией пользоваться. Энергией веры. Да. Так. Просто... Так, давай, интерес. Кажется, энергия, как ее... Это же так много, чтобы сразу все переварить. Вопросов у нас слишком много. Скажем, как вы ее открыли и где? Расскажите нам все. Точно. По порядку. Да. По порядку. Просим, в подробностях. Тогда шла война. В ту пору мой народ религиозным не был. Мы были учеными и шахтерами. Бороздили просторы космоса. А Инна старается там. Красавчик. И что ж, мы нашли смерть. Неописуемую болезнь. Под гномы? Под гномов косили, что ли? Мой сын. Единственный сын. Сгинул. В мгновение ока. Ничего страшного. А после... Мы о нем и не вспоминаем. Он воззвал ко мне. Свет. Отбросив свой твердолобый рационализм, я отправил за ним народ мой. И я обрел его. Кого его? Ну, продолжайте же. Стойте. А где вас Инус? Вас было больше. Что? Нет, не было. Сей факт мы бы из виду не упустили. Конечно. Прошу, дальше. Так увлекательно слушать про... Вы упомянули каких-то их. А кто это? О чем ты? А о чем вы говорите? И не могли бы вы поговорить об этом еще? Я рассказывал о нем. О целителе? Целителе, что отказался вернуть к жизни моего сына. Стойте, вас было больше. Коротышка пропал. Может, умер, как ваш сын. Ну, а вообще не... Что? Я... Есть... Давай. Енот, я ради тебя пошел на это. Что это? Комедия. Кажется... Да, у меня сердечный приступ. Почему мы его не спасаем? Кривляться, перестань. Ладно. Считаете себя умнее других? Не понимаю, о чем вы. Он уже засек его, наверное. Хотите отвлечь меня, потому что боитесь. Но вы напрасно боитесь. Что? На место, чтобы я тебя видел. Да-да. Так, а что это, кубик Рубик-то? Сейчас вы встретитесь с матриархом. Ну ладно, отвлекли как могли. Ну, блин, сердечный приступ. Я думал, как сбежать. Мы вызовем Милана. Мой новый друг покажет дорогу. Грызун, ты говоришь загадками. Да, оп, ступеньки появились. Гигантские роботы-убийцы. Хотят представить нас своей новой мамочке. Кстати, о мамочках. Кто еще подозревает, что бывшая подружка Квилла переквалифицировалась в сектант? Кончай. А что? Мы все так думаем. Я не думаю. Тут ткань какая-то, смотрите. Какая-то мега-подушка.
с жопой в середине. Или что это такое? Только не говорите, что это моя дочь. Ники. Мозги промыли. Еще и глаза там, как у того вот это. Из фильма. С молотом, который был. Госпожа, вот они. Стражи галактики. Спасибо, объединитель. Давай, объединитель, стражи, вали. Подойдите. Ну, ладно. Раз уж ты просишь, деваться-то некуда. Питер Квилл, прикажи своему отпрыску сейчас же спуститься. Прости, если я дерзок, но... Не маловато ли ты для таких коротких платьев? А ты не староват для имени на одежде? Ничего страшного. Что ж вы так долго? Ну да, дедуля много болтал. Мы тебя вытащим, подыграй мне. Но здесь нам и положено быть. И мозги промыть. Я спасу всех. Кого я всех-то? Я должна, я обещала. Кому? Да брось, возьми себя в руки. Ты говоришь это по его указке. Вау, вау, вау. Стоп, стоп, стойте, спокойно, я... Девочка явно не в себе. Я вполне в себе. Но я больше, чем просто я. А кто ты тогда? Так. И о чем мы договоримся тогда? Где твоя мама? Мама здесь. Вот здесь. Внутри меня. Такое чувство, что ты на шее сидишь. Спасибо, все ясно. Свет объединил нас. Я думала, она погибла. Но я могу вернуть ее. Да как? Никто Они не может. Ждут. Когда мы их вернем, никто не может нужно вернуть. Нужно лишь верить. Великий Объединитель помог мне понять. Это просто обман. Уж я-то в этом разбираюсь. Почему ты не веришь в меня? Почему ты не слышишь? Да я ж никто подольше вообще не слышит. Прожил-то он, побольше знаю. Я покажу вам. Тебе удобно с этими нарукавниками квадратными? Стой, мама! Мама! Нет, нет! Мама! Стой! Ей не придется умирать, Питер. Ты спасешь ее. Я обещаю. В смысле, ты... Ага, ты меня как бы в прошлое вернула. Ну, это все лишь воображение. Гадкие лапы, не тронуты волосы на его голове! Вот стреляй из дома, что тебе мешает-то? Я сказала назад! Ну вот, а это пока ребенок думает. На! Питер! Я столько лет представляла себе этот миг! Я тоже, мам! Я тоже! На! Тогда было попроще, да? Во-во-во-во-во! Убери их, Питер! Но все равно я не смогу спасти. Я так рад тебя видеть, Питер! Вот ты не представляешь, что со мной было! Я не понимаю, как это вообще возможно! Ой-ой-ой-ой! Что же мне? Напали на женщину с ребенком! Так. Я вам устрою! Следующий, следующий. Пощады нет! Смотрите-ка, сумел всех победить. Хотя это бредово как-то. Питер! А тебя не смущает, что я взрослый? Что происходит? Как это возможно? Ты спас меня! Вот как! Я знала, ты бы меня не оставил. Конечно, в смысле... Ну и ну. Ну и ну,
совсем взрослый. И ты великий лидер, как я и предполагала. Питер, я так тобой горжусь. И папа бы гордился. Так, это хрень какая-то. Не может я такого быть. Не понимаю. Быть ты того не могёт. Я что, вернулся? Ты здесь. Вот что важно. У нас с тобой уйма времени. У тебя, меня и у твоих друзей. Друзей? А что? У нас же огромный дом. Я жду встречи с твоей смелой командой и рассказов про безумные приключения. Это ж... Я же так об этом мечтал. Да, но... О, ничто нас больше не разлучит. Нельзя обещаю менять Питер прошлое. Ой, нельзя. Обещаю. Иначе не бы... верится, что ты здесь. А иначе бы я бы не был тем, кем бы я был. Мне бы вдохнуть. Нам столько нужно наверстать. Может, мы наконец доиграем в ту игру? Нет, все это неправильно. Чувствуешь? Обещание вокруг нас. Человек Матриарх должен быть человеком. Матриарх навсегда вернет нас друг к другу. Матриарх. Вот зря ты о нем заговорила. Вот без него-то было бы больше веры. Немного разболтался, но причина точно не в нем. Свечи как новые, значит, дело не в них. Так, что еще может быть? Масло, наверное, можно подлить. Ну, последнее давай, тыкай. А вот его, похоже, можно заменить. Все. Питер, ужин почти готов. Иду. Да, уже иду, мам. Это колымагу починил, думаю. Нахрен она мне нужна, у меня свои... Бендит Квилл, где ты хранишь разделочные ножи? А, около плиты есть один, в ящике. Там лишь тупая железяка, негодная даже ребенку. Да, это он. Собака-бабака. В следующий раз я повезу тебе кататианский клинок. Он способен разрезать цельный металл. Это очень мило с твоей стороны, Дракс. Но я обычно редко нарезаю такие твердые вещи. Я предоставлю рецепты. Моя жена готовит восхитительный суп из топоров. Звучит заманчиво. На вкус, кстати, реально неплохо. Каша из топора. Ну, наконец-то, Питер. Я уже собиралась выйти и еще раз тебя позвать. Что-то никогда не меняется. А, Питер Квилл, твоя мать как раз поведала нам о твоем отрочестве. Только о самом интересном. Она также сообщила, что нашла для тебя подходящую супругу. Но ты отказался образумиться. Дракс, ты сказал, это останется так между нами. Мы все еще про Джейни. Она чудесная. Это что за девочка, которая превратилась в чудесную смутные воспоминания. Кажется, она и правда ничего, Питер. Лучше, чем все остальные. Это точно Квилл. Все остальные? Ваш сын распутник, Мередит Квилл. Эй! Дракс! Похоже, за ужином нас ждет так, серьезный это разговор, Питер. Через какое-то время сомкнется сознание. Ой, не могу поверить, что она до сих пор здесь. Его мастерство не выдерживает никакой критики. Не будь так строг, Дракс. Питер старался. Вон, видите, все потихонечку сужается. Давай быстрее закрывайся. Мне надо немножко смотри, ждать тут. Хрустящая корочка скрывает мягкую, сочную плоть. Ну-ка, быстро мыть руки, Питер. Его гигиенические навыки ужасны. Вот ты молодец, ужасный мой. Че, все, игра закончилась? Передумать. Это ж... Я же так об этом мечтал. Так. О, ничто нас больше не разлучит. Я что-то не Питер так сделал. Обещаю. Я не так верится, понимаю. Что ты здесь. Это о концовке игры или о концовке? Нет, это не может быть о концовке, потому что бред круче получается какой-то конечный. Нам столько нужно наверстать. Какой-то... Так. Может... Отпусти. Хватит. Не верится. Что... Серьезно, мам. Хватит давай обниматься. Питер. Питер. Да ты что? На, вот так должно быть. Я не понимаю.
Я люблю тебя, Питер. Да сейчас. Но ведь это я, милый. Я не верю. Подожди. Прошу. Еще. Прошу. Прошу. Я только что в тебя стрельнул. Давай, помирай. Я не хочу. Не хочу. А, вот оно. Полезло. Давай, Питер. Пока он отвлекся, доберемся до Ники. Давай, давай, давай. Мне надо помочь. Скорей. Что-то это похоже на того тварь, которая летала. И... Пап, Дени. Давай, подъем. Времени мало. Мы ничего не успеем. Мама скоро придет. Давай, вставай. Ники, что? Это тоже не то. Я же не Кри. Что за? Тоже другая больная фантастика. Ну? Так, ладно, вот куртку берем. А когда я ее снимал и вешал в шкаф? Надеюсь, я не внутри странной серии «Сумеречной зоны». Так. Вы там внутри? Ребят! Что за оно? А, так, это что такое? Берем. Ну, как оно? А, еще и рычит. Вот и я не въезжаю. Давай. Наконец, помоги. Мама скоро придет, и надо все подготовить. Подготовить? Что подготовить? Какого? Сегодня. Ты опять забыл? Так. Пап? Пап? Честно, забыл. Серьезно? Ну да. Пап, ты обещал помочь сюрпризом для мамы на день рождения. Да? Да! Ты сказал, что починишь проектор, и в торт надо вставить свечки, и найти наш подарок. Ясно. Что за бред? Это всего не может быть. Ого. Сама его испекла? Потрясно. Не, мне с планеты тортов доставили. Так, есть не умничай. Нет, я его испек... Так, остался подарок и проектор. Это что? Лучший папа в галактике. Это что, я? Кто же еще? Так. Мы ведь еще на мамином корабле, да? Конечно. Да только что тут был. Странно, это слабо сказано. Пап, проектор! Проектор, бегу, бегу. Проектор. А где проектор-то? Подожди. Это проектор. Ники, так и должно быть расплывчато. Конечно, нет. Там фокус сбился. Можешь подстроить? Так. Ого! А здорово вышло! Я боялась, что не будет правдоподобно. Стоп. Сама нарисовала. Ага. Классно. Это Хала и ее звездная система. И я все луны нарисовала. Красота. Дело только за подарком. Он был где-то в комнате. В комнате. В твоей, в моей. В комнате. Не забудь про подарок! Ну-ка, давай в твоей комнате посмотрим подарок. Это может быть подарком? Ого! У тебя чуй! Ага, он капитан Милана. Вот он. Но я этого не помню. Нашел? Да. Положи к остальным. Давай. Куда? Да, вон там. Положи на стол. На. Сделано. А что там? Мы вместе купили. Помнишь, мы гуляли на забвении, ей понравилась картина. Вид на Крилар. А, ничего не помню. Да, точно. Еще что-нибудь? Вроде нет. Как тебе? Потрясающе. Маме понравится. Спасибо, пап. Я тебя люблю. Какие-то рыбы колючие. Ого.
ладно, я... Ники, почему заперто? Мама, я все проверю, а ты открой ей дверь. Давай. Пойдем. А где? Где дверь-то открыть? Как она вообще в своем корабле не может попасть? Дверь заперта. Ладно, ладно, я готова. Впускай ее. Давай. Мне такую не вручили. Хотя уж кто ее достоин, так это Карел. Так. Ники? Да подожди. Пусти меня, пожалуйста. Пап, дверь! Сюрприз! Питер, что это вы... Нет! Нет! Чё? Не верь, Питер. Это не наяву. Ее обманывают. А, мать же внутри нее. Она не должна была быть там. Вот этот зверь все поедает. Тебя поглотил, да? Убил этот зверь? Я не знаю как, но мы трое теперь связаны. Эта тварь овладела ею, но ее можно спасти. Как? Ей надо смириться с тем, что я умерла. Помоги ей меня отпустить. Сейчас освободи будем стараться. Спаси ее. Это уже какой-то хоррор превращается. Прошу! Что не так? Дитя! Отведите матриарха назад! Ну же! Чё, платье отстригли? Оп! И все. Вы не приняли обещание и показали, что вы недостойны! Ой-ой-ой. Вы будете уничтожены! Как? Нельзя! Что ты сделала? Давай! Меня сейчас вырвет! Не сейчас! Займись Рейкером! На! Вы никуда не денетесь! Блин. Навались! Он не сможет отбиться! Так, это как освобождается? Разрешаю сводить личные счеты! Ты залез ко мне в голову! Давай. Это личное! О, а ему все ни по чем! А ты ударь его! Клинок тебе в горло! Подожди, я клинок там уже наметил тебе в горло. Ой-ой-ой. Так, ладно. До какой-то степени его добили, и он начинает фишки свои какие-то новые. Да? Включать. Или он уходит вообще? Эй, дедуля, хмырями своими решил пугнуть? На. Не дайте им из зала выйти. Блин, их что-то много, Васенька. Так, понятно. Сначала тех, кто сзади, надо валить. Я не позволю этому гаду снова ее взять. Забейте на проповедника. Нас сейчас порвут. Эй, Квилл, хочешь увидеть салют? Да. Подлая магия! Колдун излечивает остальных! Есть Антоним, чтобы исцелять! Это и сделаем! Дракс, покажи им! Давай! Почему из патроны пасту сгорело мотор? Раз так! Уворачивайся от них! Колдун становится все сильнее! Короче, я считаю, это сын! Да что ж такое? Почему он помогает всем, кроме... Да, обрезать его, все, сейчас устрою! Почему они нас атакуют? Так, возьми себя в руки! Оживляй своих товарищей! Тем больше причин убить его первым! Хватай его!
Давай, давай. Думаешь, они умеют говорить? Ой-о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 й-
вниз ушел. Мне необходимо содействие. Ну, там же мягко, по идее. Почему я разбился? Так, надо хотя бы одного сначала вырубить. Пипец, вот эти мешаются только. Вот в чем у меня сложность создается. Точно, их надо на гравитацию поймать, пока это всю мощь обрушить там на это, на одного кого-нибудь, пока те болтаются в воздухе. Я не позволю этому гаду снова ее взять. Снова? Забейте на проповедника. Нас сейчас порвут. Давай. Резкий поворот. Так вот. Сейчас мы его захреначим. Думаешь, они умеют говорить? Так, освободиться. Так. Почему они нас атакуют? Дракс, возьми себя в руки. На. Ага, понятно. Да, они забавные. Они на. Ой-ой-ой-ой. Блин, надо было следить, надо было следить, не уследил. Ну, тактика-то все правильно, вся та же. Тактика вся та же. Надо поймать его, нахреначить сразу. Я не позволю этому гаду снова ее взять. Снова? Забейте на проповедника, нас сейчас порвут. Сорви! Ее свет наполняет вас. Давай. Он заряжает мою команду! Сделай его, представь! Да-да-да-да-да-да! Рекс накачивает остальных верой! Так, это нечестно! Как вам это? Такого! Этот тренер подыгрывает своей команде! Мы должны уничтожить их, целителя! Готовься! Не стреляйте по нему, будет хуже нам самим! Да! Урод отражает выстрелы! Надо победить их до того, как они победят тебя! Для большого! Давай, 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 давай! Почему они нас атакуют? Дракс, возьми себя в руки! Давай, давай, давай! Мне тут не помешает помощь! Вот чёрт! Так, немножечко осталось. Он прав, Крил! Смотри, куда стреляет! Так. Потом поблагодаришь, Квин. Народ, летучка. Летучка. Сейчас соберемся силами. И? О, Хала. Крепкие ребята. Я даже не знаю, с какой стороны их можно достать. Я из Грут. Ничего, Грут. Они известны как очень умелые воины, Питер Квилл. Так, может они крепкие, но мы тоже не промах. Так. Ну и что, что крепкие ребята? Ну и что, что они известны тем, что разрывают всех на части? Мы тоже не промах. Вместе, в бой! Готовьте свои клинки, бомбы и ветви, покажем им, кто круче. Кто со мной? Победа на нашей стороне! Ну, вот вдохновил. Да. Это мразь явно ждет меня! Подрывай, ракета! Выкури, ракета! Эти получают приз за самый жуткий костюм! Давай, вот он, вот он. Я найду пару дыр. Пришпиль его, Кро. Давай. Ой-ой-ой. А ты не подставляйся под ним. Священник лечит своих. Тогда он должен погибнуть первым. Ты прав, Кро. Нельзя стрелять! Да. Нам же больше достанется! Дракс, наваляй! Получилось! Займись летуном! Он лечит свой отряд! Получил! А если поговорить с ними? Думаешь, они умеют говорить? На!
На, получил. Да, они забавные, но они все равно очень опасны. Встретим их грудью. Я есть грудь. Мне нужна помощь. Питер, ты ему поможешь? Я есть грудь. Все, подорвали мы их. Мы здесь как на ладони. Как нам выбраться? В дроне Рейкера была карта корабля. Я проведу нас к радиорубке, чтобы вызвать Милано и свалить отсюда. Хорошо, давай. Выбраться-то как? Берегись! Берегусь. Я вижу лестницу. Предусмотрительно. Ни хрена себе лесенка. Стой! Мне не нравятся наши шансы против целой церкви. А если попросить у них корабль? Блин. Эти ступени ведут. Нет, но к выходу приведут. Вот так. Блин. Немножечко. Ступени, ничего. Нет, себе ступени. Бежим! Бежим! Так, что-то не так. Что-то как-то маленько не так. А почему не так? Знаете-ка, я побегу. Ай-яй-яй. Бежим, 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 просто бежим, просто бежим. Ой-ой-ой. Куда-то упали, ладно. Это что, потайной уровень корабля? Почему здесь-то мы не разбились? Им что, свой корабль не жалко бить? Дело дрянь, реально дрянь. Где же выход? Его нет, так сделай! Подождите. Вот, мы ему хотели это захреначить, у него что-то хорошее такое было. На. А, вот, по урону, да, у него урон большой. Так что, подожди, а у тебя? Судор, а, нет, у тебя вообще урона нету. Так, ладно. Вот, груд. Могучая хватка, тоже урона нету, ладно. Ну, маленький урон, а у меня у самого-то, ну, чуть-чуть побольше. Ох, как симпатично, конечно, но нет, все-таки мы будем силачу протаскивать. Работай головой! Я и думаю! Да, вот так! Надолго этого не хватит, Квилл! Знаю, бежим! Давай, давай, давай! Дракс, ударь здесь по стене со всей силы! Зачем? Затем, что нас сейчас убьет! Точно. Так. Вперед! Что мы видим? Сбежать через слив! Ты спятила? Это токсичный хладоген. Нельзя в него взять и окунуться. Как ты все знаешь, что это такое? Нельзя. Я неясно выразился. Прыжок туда! Мгновенная смерть! Токсичный хладоген. Дракс! Дракс, ты в порядке? Да. Ну ладно, может это и не хладоген. Я попробовал, думал, может как в Бэтмене было бы. Щекотно. Подскользнется и сейчас. Квилл, может обсудим, что твоя дочь хочет убить нас? Рейкер с ней что-то сделал, это... Вон они идут. Блин. Там их бы дезинтегрировали. Под хвосты. Я есть груд? Может и да. Но если мы заблудились, и они нас не найдут. Нам крышка. Мы заблудились, и нам так. Крышка. Момент, дайте сориентироваться. Этот корабль очень большой. Доверься инстинктам, зверёк. Зверёк? Ну, всё лучше, чем выродок. Хвост. Вау, куда я пришёл? Что они делают? Отрезают нам путь. Блин, нет, подожди. Подожди, загрузись с последней контрольной точки. Ну не хотела туда заходить.
Я хотел отставить ту штуку в сторону. Вот это я точно хотел. Подожди. Вот эту вот штуку. Сумеешь поднять, Дракс? Само собой. Куда передвинуть? Давай. Вот. Чуть не упустил. Я знал, что здесь что-то есть. Там еще наверху что-то было по-любому, мне кажется. А вот 4 можно сюда. Отрезают нам путь. Заряжают. Столько дверей. Ты знаешь, как нам выбраться? Уже да. Вон Мусорс. Ты назвал его Мусорс? Да. Глядите. Так, взломанный, так, вернулся. Казать. Вон, там наш выход. Понятно. А как туда пройти? Ничего, мы справимся. Блин, блински. Гляньте, придурки нас не замечают. Так. Блин. А я уже говорила, что обожаю незаметно подкрадываться ко всем. Нет. Я говорил, что ты внушаешь мне страх. Не тратьте время на этих дуболомов. Тем Вау. Скорее свалим, тем скорее спасем Ники. Девочку. Спасибо, босс. Ты ему доверяешь? Конечно. Он теперь так. За нас. Получите. Знаю. Вот так вот. Еще нет. Сначала нужно разделаться с врагами. А что, а еще кто-то прибыл? Вы это слышите? Рот, бою! Я не да. слышу! А мой слух острее своего! Как нам удалось найти ту одну комнату, которая связана со всеми помещениями на корабле? Так заумана передышка, Рот! Вау! Нужно. Ну-ка, подорви-ка их! Бою, ракета! В этом зале да. есть великая сила! Все больше поводов свалить отсюда подальше! На! Я вот там издалека хорошо помогаю! Умрите уже! Терпение, зверек! Верь в свой план! На! Разделаемся с ними, чтобы Мусорс нас вывел! Он Мусорс! Так. Еще один сектант почил. Почил. Покажи им, что ты пробьемся, ребята. Наш путь открыт. И мы действительно доверимся кучке мусора? Да. А дальше, Квилл. Мы зря тратим время. Мусор готов идти. Я вообще-то тут немного занята. Так, хорошо. В этом зале есть великая сила. Да, сила тока, лампочка. Быстрее, быстрее, пойдем. Быстрее. Я так понял, нам не надо было там сильно-то задерживаться. Отойдите. Понятно. Да, Мусорсу теперь нужно будет на Милана где-то жить. Кому-то из вас придется уступить каюту. Так. Нет! Это что? Так. Ник, Гамора! Вот у Гамора хоть сил прибавилось. Так, подождите, вот. Что это? Какие-то аккумуляторы стоят. Как эти пробки в этом, в счетчике. Ладно. Черт, тупик! Что теперь? Туда! Выберемся по мосту! Если переберемся через пропасть. Мять, у нас проблема посерьезнее. Снова дрон.
Квилл, найди способ добраться до моста, пока нас не прожарили! Питер, скажи, что у тебя есть план. Ну, что это держитесь! Такое? Вон там колонна. Дракс, толкни-ка эту колонну. Давай, давай. Сейчас отсюда кто-то выпрыгнет. Нет, 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 не туда, Дракс! Какого хвоста? Бум! Экономите воду! Это был наш... Неважно. Вот он наш шанс. Бежим! Вот он наш шанс. Эта штуковина реально на тебя запала. Ничем не могу ей помочь. Надо идти дальше. Так. Мне это не нравится, Питер. Подождите, прокачка. Все, теперь... Да, все, все. Теперь он... способный, так. Подожди. Как неиспользованный? У меня еще есть неиспользованный, что ли? Нет, 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 подожди. Ну, почему? Все вроде как. Все использовано. Нужно успеть спасти Ники. И себя. Идем, идем, идем. Куда не идем. Ой, где бы мне запчастей-то набрать этих? О. Опять стекло. Это что, камера пыток какая-то? Выглядят умиротворенными. Смерть бывает весьма умиротворяющей. Все то же самое. Слушай, а ты в порядке? Я будто снова на полусвете. Кое-кто из таких же, как я, на это даже купились. Крим говорили, что они избранные. Они в эту вмять верили. Даже подыхая. Ты не верил? Я был из башковитых. Я и... Что ты? Ну ты енот вообще не молодец. Не могу смотреть. Именно, что ты башковитый. Собирают эту энергию. Так. Хватит с меня этого. Надеюсь, радиорубка уже близко? Мусор послал нас сюда. Это что такое? Повествование неизвестного устройства. Предмет отсутствует в базе данных. Нет доступа информации. Будем надеяться, что короткий путь Дракса ведет туда. Да, короткий путь. Соберем. Ну. Пойдемте. У меня есть к вам вопросы. Сейчас не до этого. У нас выбора-то мало. Сажаем по поле, закашиваем, кого ли тут подарить не сделать. Ой-ой-ой-ой. Будет много пуль. У меня их много. Подожди. Камора, смея. Что это за шум? Рад, у тебя глюки. Нужно сообщить об этом космос. Все совсем паршиво. Это наш. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Хочу знать, куда делся Рейкер. Живым я его не отпущу. Тихо-тихо-тихо. Ой, тихо-тихо. Я убил Серу. Не расстраивайся, просто лупите в Серу. На. Думаю, я больше не усну после того, что мы тут увидели. Блин. Так-то мощный, да, уже стали. Да, как мне с вами поступить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вмять. Сажаем по поле, закашиваясь, кого они тут подарить не сделали. Будет много пуль. У меня их много. На. Так. Не волнуйся, я не позволю им с тобой так поступить. Это мое обещание. На. Получил. Просто фабрика ночных кошмаров. Я много так. Повидала, но это место хуже всех. Так. Покроши их. Назад, все!
день, злобные демоны! А! Бей эти! Тени! Так, а что у меня? Так они что-то вроде космических вампиров? Вместо крови высасывают веру? И летают на своем проклятом корабле? Они почти бывшие космические вампиры! На! Я искупаюсь в вашей крови! Вот, теперь мне все понятно, Драк! Подожди! Получи! Говорит, что выжмет из этих подонков всю веру и сучком не поведет! Так. Мне нужен реванш с великим объединителем! Вот, получи! Много вопросов к нему! Получи! Реванш тебе нужен. Вот это было славно. Так, на чем мы остановились? Это опять эти транспортные фиксаторы. Эх, вот ведь как раньше все просто было. Поймать монстра, продать его. Неужели кто-то правда верил, что все пройдет гладко? Да, нет. На. Еще и разные, да, нет. Да! Это точно она! Радиорубка! Наконец-то! Ну давай. Ракета, поколдуй. Да, я посмотрю. А... Меня не пускают? А вот и ретранслятор. Он-то нас и выручит. Ну и сколько на это уйдет? Я без тебя не справлюсь. Конечно. Сознался хоть. Хорошо. Постой. Вот. Здесь. Ладно. Порядок. Ну. Опять прикалывался? Что случилось? Мент родился. Что затихли? Зачем притворяться, будто мы не видели то, что видели в церемониальном зале? Потому что обещание — это скрытая ложь. Ты в этом уверена? Я была готова поверить, но знала, что проснусь и... Все исчезнет. Да. Что вы видели? Я... Ну, ты-то понятно. Вот насчет тебя-то сомнений не было. Я видел маму. Живую. Да не живая она была. Но там был кто-то еще. Вспомни, что из матери-то вылезло. Призрак. Да, именно. Девочка у этой твари в руках. Видимо, она ей лжет. Про Карел. Знаю она. Вот ты мне врал. Получилось. Что? Я специально так сделал. Милана уже в пути. Спасибо. Спасибочки. Ладно, уходим, пока эти вервольщики не опомнились. Подожди, мне тут забрать кое-что надо. Так куда пристыкуется Милана? Ха, ты смешной, пристыкуется. Разрешения на стыковку у нас нет, будем импровизировать. Ладно, надеюсь, в космос сигать не будем. Так. Почему же нет? Будем! Я даже нашел подходящее место. Что? Не дрейфь, я знаю, куда нас ведут. Так, это что такое? Шаттл? Вот так, блок питания. Так. Блин. Куда? Сюда. Куда? Мы отсюда и сюда. Питер, здесь есть рабочий верстак. Если надо, давай быстро. Этот дрон нас преследует. Давай, сейчас подожди. Все надо же посмотреть, чтобы это... Вооружен, значит, предупрежден. Давай. Давай, смотрим. Что можно сделать? Так, тактическое сканирование, так, врагов.
Ну-ка. Ищейка компонентов. Вот, кстати, дополнительное здоровье. Вот. Блин, но мне на него не хватает. Так. Задержка восстановления щита. Вот тоже на него не хватает. Ну, давай тактическое сканирование. Или как? Осталось-то всего сколько? 4 можно прокачать. Вот это давай. Блин, да назад. Модное улучшение спелос жару. Все. Осталось 3. 1, 2, 3. Вот 3 осталось. На это ювелирная пока все. Работа. Сам себя не похвалишь, так. Это да. Так, ну что, могу так. Просканировав противника, вы сможете узнать, как эффективнее побить его. Во время сканирования время замедляется. Ну это а уже хорошо. Валим отсюда, пока можем. Так, спасайся, кто может. Так, кто не может. Фу, нам надо на ту сторону, но эта дебильная дверь не запитана. И как ее запитать? Найти что-нибудь совместимое с этим разъемом питания. Так. Что-нибудь совместимое. Так, электрическая может, розетка. Может, электричеством ее? Она на вере. Так что, если только твои пушки не умеют пулять верой, нам крыш. Вижу это... робота-убийцу. Может, его аккумулятор сгодится? Стоит попробовать. Ладно, приятель. Ты, главное, отдыхай. Я сейчас только... Так. Я даже не знаю. Это просто бред. Что мы здесь делаем? Мало делаем. А, вот. Забираем. Эй! Не круто. Еще током меня ударили. За что? Я ведь ты славный знаешь, парень. Что делаешь? Да. Он ведь в аккумуляторном отсеке. Подойдет? Сейчас узнаем. Подключай. На. Похоже, подошел. Ну, поехали. Кто-нибудь, ходите за разрушителем. Дракс, ты с нами? Дракс. Эй! Что случилось? Эй, Дракс, в чем дело? Что за обидчик? Мне пришло в голову, что все это может быть затянувшимся сном. Это не сон, точно. Но нам надо идти. Хорошо. Твой разум слаб, поверь мне. Раз тебе такое в голову приходит. Ну все, поехали. Просто... Что? Я не Грут. Так. Ну да, малость стрёмно. Корабли не издают таких звуков. Даже у Читаури. Они поют? Скорее, будто молятся. В любом случае, их там целая толпа. Как корабль вообще может издавать звук, кроме жужжания там или чего? У нас нет других вариантов. Хотя или Лекс. Дальше, или не Лекс мог. Это если он вообще успеет сериал прилететь. Из 90-х. За корабль не беспокойся, он прилетит. Сериал из 90-х, Лекс. Что бы это ни было, оно реально близко. Луч веры, смотрите какой. Что за вера? То, в что верит, непонятно. Вот от этих аккумуляторов, я помню, заполнялись. Вау, смотрите, внизу что там за... люди. Мять. Да их здесь миллионы. Даже больше. Да? И как ты предлагаешь им помочь? Нам надо думать, как самим убраться из этой дыры. Так. Мы выберемся. И расскажем Космо об этом кошмаре. Он разберется. Церковь пришла за нами. Мять. А можно угнать эту лодку? Возможно. Взломаю по-грязному. Так. Доступ, взаимодействие, контейнер. Народ, оружие к бою! Я думала, оно у тебя всегда готово к бою! Ай-яй-яй-яй-яй! Я надеюсь, вы так же готовы, как и я! Не выйдет! Это щит, как у Рейкера! Так, это что? Пехотинец церкви опасен в больших группах, одиночку не представляет большой угрозы. На! Твой выход! Ядро ржавое! Кто тебя прогал?
Вау. Мы тут как на ладони. На. Значит, надо убить их первыми. Получи. Твой черед, здоровяк. Я убью тебя. Ленин, труди такие убийцы. Он его просто выкинул. Главное не разбиться, ракета. Ой. Что ты? Не успеваешь, да? Самое время победить. Отставить, отставить, швырять. Блин, поздно. Вера не спасла этого бедолагу. Эти фанатики понимают лишь язык силы. Ну это да. Квасни. Лучше заниматься тем, в чем мы рубим. И что же это? Кидалово, контрабанда, ограбление. Церковь разрастается, мы все равно с ней пересечемся. Вторая платформа была взорвана, да? По пересеченной местности — это разные вещи. Поехали. Ладно, поглядим, что можно сделать с этой штукой. Давай, давай. Ты уверен, что... О! Если крошечный аккумулятор меры снабжает энергией робота, страшно подумать, для чего им столько энергии. И они принялись за целые планеты. Это еще цветочки. Вы слышали? Ты о чем? Это... Воу! Воу-воу-воу! Все нормально. Они отскакивают от щита. Ну да. Что за хвост? Щит отключился, штапы! Не высовывайтесь, я разберусь. Да уж, давай. Подходите, я за вас помолю. Грызунья, молитва. Грызунья. Хотят отвлечь нас и вызвать подмогу. Работает. Есть на что отвлечься. Нет, мозга падает. Срочно давай. Сажаем эту лохань. Давай, давай. Пусть она там на верующих упадет. Зачем они бьют? Ну, теперь ракета. Теперь ищем другую лодку. Эллы. Они хотят нас прижать. Ну-ка. Заболомы, станьте-ка поплотнее. Ощути меня. Давай. Да что ж такое? Почему он помогает всем, кроме нас? Надо обрезать ему все, что торчит. Гляди! Командир лечит подчиненных! Чего ты ждешь? Стреляем прямо в морду! Получи! Получай! Что, не нравится? А мне как-то... Надо выбраться! Получи! Делаем больно кому? Что тут такое? Тут хранят топливо для лодок. Вперед! На! Что тебе не нравится? На, получи! А я что-то во вкус ушел. Сколько крутых игрушек, которые я хочу опробовать! Что, ты что, ты что? Хотят отвлечь нас и вызвать подмогу! Нет, не получится. Чем они бьются? Чёртнутые космические сектанты! На! И Гамора, и этот! Ой, тебе больше всех не повезло, видимо. Берегись! Они со всех сторон! А я на! Правильно. Что дальше, Питер? На! Вот тебе и добивание. Фаталити. Я есть груд. Чё, кто-то там еще есть? Мы не осилим еще и подкрепление. На. Скажи, готов? Ракета, подрывай. Ой, 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 ой. Получи! Быстро молодец! И срочно! Надо угнать еще одну лодку! Так, молодец, Грут! Вот
Кто, кто? Ну ты-то зверь, машина. Если ты так долбишь людей. Вот, считайте, хотя бы пару трупов, если туда вниз кинуть. Сколько-то верующих можно... А они везде, по стенам, вот это верующие. Ну ладно, вот, все равно, тем не менее. Ты не дашь мне оказаться на их месте. Что, я? Да, ты не подведешь. Слушай, если уж тебя схватят, то и нас тоже повяжут. Сделай, что сможешь. Хорошо, сделаю. Давай. Поехали. Да сколько же их тут? Ракета, оторвешься от них. Как? У нас такая же лодка. У нас такая же лодка. А я тоже не могу, смотрите. Как щит накрылся. Не давай им по нам стрелять. Вау. Все-таки их как-то... Что тут такое? Тут они заряжают свои батарейки. Можно подбить их, оказывается. Так что не надо расстраиваться. Сильно зацепили. Сильно. Придется садиться. Опять. Вау, вот, смотрите, мощного везут. Они лезут из всех щелей. Штуковин. А я их жду. Давай. Давай, я беру на колено. Плохо дело. Готовьтесь к бою. Надо придумать, как сделать... Так, это что у нас? Так, противник опасен в ближнем бою, соблюдайте дистанцию. Слушайтесь! Ну-ка, поймай его. Салаты! Покромсаю! На! Получай! Просто смерти ищут! Вот так вот. Ему вообще пофиг! Надо вырубить его поскорее! Получай. Отрезай ему конечности. Или что, или так убьем. Расходите, я за вас помолю. Вот радуйтесь. Ну-ка. Он еще стоит. Гамора, так. Вперед. Тебе с нами не надо уходить. Держи. Ай-яй-яй-яй-яй. На! Ой-ой-ой! Раз! Получай! Хотят отвлечь нас и вызвать подмогу! Работает! Получите! Непонятно, чувствуют ли они боль, но умирать умеют! Так умеет. Вот что называется духовным опытом! Получи! Одним фанатиком меньше! На! Сюрприз! С одного удара! Этой в поле открывает двери! Подсмотры! Аминь! На! Что тут такое? Здесь хранится Терра! Мой выстрел, ракета! Еще и подкрепление! Наши пушки круче! И мечи! Моя великая сила не используется! Так? А чем они бьются? Рейкер все популярно объяснил! Получи! Круп, быстро бьем их! Все! Просто валим отсюда! Я бы с радостью... Последний был. Они хотят сдаваться. Так. Тут еще лодка. Еще один летающий гроб забраться хочешь. Кстати, а если... Вот у тебя что вот здесь вот? И сколько надо для этого? Ну мы не можем, да? Подождите. Вот это уже мы прокачали. А здесь неизвестно, что и когда разрулит, и как это разблокируется, это... тоже неизвестно. Ладно. Пойдем. Как выберемся? Я не хочу иметь к этому отношение. Не будешь. Я щит! Не знаю! Не работает! Придется так обходиться! Они у нас на хвосте!
Да где они? На. Мы ищем лодку, которой нет пассажиров. Получи. Зачем они бьются? Рейк, эта штука сейчас развалится. Ну же, мы почти у цели. Думаешь, успеем? Нет. На. О. Откуда бьют? Снизу бьют тоже. Это статуя. Берегись! Не лезь под перекрестный огонь! А где он? Огонь-то этот. С перекрестком. Подходите, я за вас помолюсь! Рисунья молитва! Хватит с меня лодок! Я думаю, у них больше не осталось! Стойте! Чувствуете? Нет. Пирожками вибрации пахнет. Изменились. Мы близко к периферии корабля. И близко к Милана. Ты такое чувствуешь? Алло, усы же! Так. Ой-ой-ой-ой. Это что у нас? Костюм. Ладно. Какой же у тебя костюм достался-то? Вот это что ли? Ну-ка. Ну, я вот этой разницы никакой не чувствую. Ладно. Мы уж к тебе такому привыкли. Вау. Так, какие-то ботинки неправильные. Да. Пусть летит, Дракс! Получай! Он сломлен! Не останавливайся! На! Сделай это, здоровяк! Народ, блин! Ручка! Зачем я это сделал? Не хотел я! Ну ладно, раз уж. Я справлюсь, Питер. Дай закончить. Мой клинок не замолчит, убийца. Еще раз скажешь, убью тебя. Не то нажал. Как изменится. Не то нажал. Так. Так, так. Хватит. Давайте без грызни. Мы победим вместе. Сосредоточься на реальных врагах. Расслабься и поделись победой со всеми нами. Кто со мной? Валя, удата, подожду. О, так, опять. Мне... Ну так можно кричалки, да, их не выучить. Да на ты. Эти фанатики понимают лишь язык силы. Так, ладно. Прокачались. Пойдем. Как квиловская дочерка у меня в мозгах. Вот он где. Не следуйте за мной. Я за Рейкером. Что? Камора! Доверься мне! Ай-ай, прямо по курсу еще одна куча дуболомов. Так, ведите себя тихо. Давай. Не останавливайся! На. Вонючим сектантом покончено! И она просто сбежала! Она знает, что получи. Делает! Надеюсь. Ракета! Фейерверк! Так. А где убийца? Нам нужна передышка, Крот. Этот мерзавец усиливает своих клишей. Так. Вот именно! Летающий придурок лезет своих! Эй, этот придурок летающий клей! Это нечестно! Я рядом, схвати его! Я. Сейчас мы... Так, подождите. Ракета бомбит! Нам надо пробиться! Я прорежу их впереди! Пробить их! По
Орви их, Питер! Тихо! Да что ж такое? Почему он помогает всем, кроме нас? Так, как Квилл, спешит на помощь! Поймай его! Блин, меня все-таки подбили. Ладно. Но начало было неплохое. Конец смазал. Блин, мы-то дойдем до нее или нет? Так. Ребят, потише. Какой тише? Вот он где. Не следуйте за мной. Я за Рейкером. Что? Гамора! Давай. Доверься мне! Ай-ай. Прямо по курсу еще одна куча дуболомов. Давай. Получи. Круши их там. Она просто сбежала. Она знает, что делает. Надеюсь. Они бьют куда сильнее, если он к ним подключится. Давай. Дело дрянь. Останови. Нам нужна передышка, Крот. Какого этот тренер подыгрывает? Получи. На. Так, а я не понял, почему? Сколько раз я подмотал твою задницу? Я думал, мне конец, чувак. Схвати его. Мы снова подобрались к великому... Так. Блин, значит, этих тоже надо потихонечку гасить. Сейчас как-нибудь на ботинках полетим. Как всем там просраться дадим. Так, ведите себя тихо. Да мы знаем. Вот он где. Не следуйте за мной. Я за Рейкером. Что? Гамора! Доверься мне! Давай. Ай-ай. Прямо по курсу еще одна куча дуболомов. Давай сюда свои бомбы! Нам нужна передышка, Крот! Получи! А где убийца? Догонит! Надеюсь. И она просто сбежала! Она знает, что делает! Надеюсь. Так. Отвлеки их, друг! Покажи их, как следует! Получи! Из этих придурков мы опоздаем! Слишком поздно не будет! На! Нам надо пробиться! Вижу цель! Получи! Ракета! Никого не жалеть! Тебе дал Джотсвин! Спасибо, приятель! Вот так я пожарил его мозги! Этот ваш хвост просто жрет мои патроны! Поймай его! Бежи, Крут! Вот так. Давай. Надеюсь, Гамора оторвет ему голову. Давай. Не хотел бы я быть на месте Рейкера. Этот мерзавец усиливает своих корешей. Так. Мы должны уничтожить их, целителя. А как? Вот так. Круто! Нам надо пробить! Лови. Вижу цель! Нам надо придумать что-то посерьезнее! Получи! Да, и вера его не защитила! Ха! Поволимся за него! Блин, немного не хватает. Ладно. Да, прилетит, я уверен. Надеюсь, только эти психи его не засекут. Пойдем. У нас один вход. Мост вон туда. Я есть Грут. Давай, Грут. Грут. Пойдем. Я есть Грут.
Да, что будет, если она нас не догонит? Если они поймут, что мы на Милан, они точно сдерживаться не будут. Я не оставлю Ховард еще раз. Ховард? В смысле Гамору? Да, конечно. Ту, что убийца. Гамора просила довериться ей, и я... Мы сами слышим. Тошнит уже от этой хрени. Так, берем. Сколько надо еще? Блин, еще много надо. Нет, почему эта штука никак не отстанет? Ну же, бегите! Я ненавижу этот мерзкий корабль! Давай, давай, давай! У меня ноги короткие! Поднимай стопы, Питер Квилл! На мне тяжелые ботинки! Ой-ой-ой! Прыгай! Что? Прыгай! Прыгай! Нам надо двигаться вперед, Квилл! Хватай их, Крут! Минус один сектант! Вот так. Кому вы это заслужили? Ты-то как там оказался? Их слишком много! Давайте в лифт! Я не смею! Ой-ой-ой! Ты знаешь, получай! Квилл, не трать время! Я устранил угрозу! Возвращайся в битву! Получил! Почему мы еще здесь? Ой-ой-ой-ой! На! Получи! Ой-ой-ой-ой! Я пытался привести его в чувство! На! Получи! Блин, меня кто-то пристрелил. Я так понимаю, здесь драться не надо, надо успеть пройти. Вот я понял уже после того, когда меня завалили, конечно. Как это понять? Я когда тебя завалили, так и понимаю. Нам надо двигаться вперед, Квилл! Сотри порошок! Да. Много. В лифт. Да не в такой низ. Блин, да и так тоже не надо туда. Безжизненным трупом-то падать. Чего уж совсем-то. Ой. Куда бежать? Куда бежать? А я уверен. Нам надо двигаться вперед, Квилл! Добежим! Только куда бежим-то? Останови! Слишком много! Давайте в лифт! В лифт! Вниз! Куда? Лошадь Грота! Все сюда! Ой-ой-ой! Получи! Не трать время! Да бегу я, бегу! Вот так, бегу, бегу, бегу! Быстрее! Все, идите сюда! Милана вот-вот прибудет! Точно? Нет! Ну это... Подожди! Я вот тебе прокачаю! Все, теперь я вблизи тоже страшно. Все, что я могу. И времени остается все меньше. И как только они засекут Милана, они откроют огонь. Ну, я включил на нем бесшумный режим. Но кто знает, что за сенсор у Рейкера на этой штуке. И нате. Устрой нам полет, ракета. Все. На. На!
Ой, ой. Кто по мне стреляет? И откуда? Давай, за дело! На! На! Еще один фанатик готов! Я есть круг! Укрытие! Да дальше, Квилл! На! Что это за фанатики такие? Его вера не смогла уберечь его от гибели! Конечно, не смогла! Ты же невероятный, как Халк! Мы не сможем вечно убегать! Нужно отрезать им путь, или мы погибнем! Так, у меня идея! Спровоцируй перегрузку в аккумуляторах и устрою им бабах! Насколько большой бабах? Самому интересно! Отвлекайте их, а я все заминирую! Прекрасно! Подхвосты здесь! Мне нужно время! Не подпускай их близко! Ладно. Так, скидай! На! Подожди. Закончим битву! На! Продолжай сражаться, драк! Мяч! Такой огромный робот может немало вытерпеть! Ну, покажи свои корни! На! Это будет мощь! Бальзам для моих ушей! Запускай, драк! Вот где дорога, когда она нужна! Рыв же не командная на игру! На себя-то посмотри! Кто от нас уходит? На! Получи! Я не чувствую благородства в этой схватке! Потому что у меня какое-то похмелье! Так. И еще раз. Разряди в него барабаны. Рассредоточьтесь! Тут же полно места! Просто отвлеките их от меня! Ветки на изготовку. Получи. Так, швыряй! Вера патриарха не спасла его! Не расстраивайся! Просто лупи их и все! Ракета! Не опасно стрелять рядом с этими штуками! Отвлекай их дальше, а я займусь следующим! Не знаю, насколько меня хватит! Постарайся! Ни хрена следующим? Он не один? Ой-ой-ой! Квилл, хвостом клянусь! Если ты тебя меня подстрелят! Не бойся, мы тебя прикроем! Спокойно, не стану! Я не тороплю, но вот и не торопись! Вот и славненько! Получи! У меня когда-нибудь не получалось что-нибудь взорвать? Нет, с этим тот я как раз порядок помню. Одним фанатиком меньше! Их настойчивость не доведет до добра! Так. Минутку. Вы уже готовы сдаться? Давай. Если бы все было так просто. Ой-ой-ой, то он ушел. Точно! Не стреляйте в заряженных, иначе в нас отлетит! Вонючим сектантом покончено! Ты зануты это заслужили! Сколько там осталось? Квилл подорвался! Вот уморок! А, замороженный! Эй, смотри-ка, он лежит на рельсе! Это нечестно! На! Да что ж такое? Почему он помогает всем, кроме нас? Давайте отправим его в морг! Всегда лучше решение! Разморозил! Не стреляйте, иначе в нас не прилетит! Получи! Но мять! Что дальше, Питер? Ты готовься к смерти! Получай! Ракета! Чё, не нравится? Это не сюрприз! Ах, Гамария любит сюрпризы! Эти ублюдки перенаправляют наши выстрелы! Этот колдун придает им сил! Подожди! Недолго этому колдуну осталось! Я тут справлюсь, друг! Помоги остальным! Блин, чуть-чуть! Он с меня броню снимает! Советую уклоняться от левитирующих капсул, Питер Квилл! Какой умный! Я бы с удовольствием, но как получается? Громко? Да, здесь громко.
На. Покажи свои волшебные... Тут много места! Получил. Получай. Попались, вонючки! На. Великолепно закончил. Надеюсь, за эти удары больше очков дают. Теперь валим отсюда! Сколько у нас времени? Я перестарался! Ходу! Ходор! Ходор! Ракета и где? Ходу! Ходу! Выбора нету! Куда он ведет? Ой-ой-ой! Туда-туда! Блин! Ладно, пробуем еще раз. Пробуем еще раз. Надо только подпрыгнуть как можно выше и лететь как можно дальше. Я думаю, так. Куда он ведет? Туда! Туда-туда! Наружу! Опа! Так, держимся вместе! Не свались с края! Не свались с края! Не свались с края! Ча-ча-ча-ча-ча! Без разницы, да, как бы я каким путем летел. Я что, в космос попал или опять это... Текстуры ушли. А? Не, все-таки, походу, дело в космос. Он обледенение наступает. Так-то, по идее, должен... А, я же не человек, наполовину только. И енот наполовину, все наполовину, кто-то половину, а этот вообще пришелец какой-то гребаный там, хрен знает кто. Груду не, ничего не должно грозить. По идее так. И кто же нас подберет? Дайте-ка угадаю. Собакин. Собака-бабака. Ну? А нет, смотрите-ка, корабль Нова. Или это наш корабль? Ну, остается тайной. Эмблема. Ух, как в зловещем фильме, знаете, из 90-х. Тжжж. В начале фильма почему-нибудь зловещее такое. А тут эмблема. Ну? Кто этот таинственный спаситель? Или наш корабль просто был настроен? Свихнулся? Я тоже люблю шумные перестрелки, но мы же оттуда едва выбрались. А как же Гамора? Это был ее выбор. И ты готов бросить ее? И Ники? А будь это Грут, и его бы ты бросил? Я есть Грут. Не говори так, речь вообще не об этом. Да ладно. Мы команда или где? Своих в команде не бросают. Скажи, это гигантский хвост ее армии роботов и зомбированных сектантов, что едва не пришили нас всех! Прибыла! Наконец-то! Гамора? Ну, руку-то отрезала! Это же... Да. Как ты выбралась? Неважно. Не вышло. Рейкер жив. Пока еще. Надо вернуться. Мы же не бросим Ники одну. Он ее в такое превратит. Не бросим, не бросим. Завела свою шарманку. Знаем, приемный папаша, трудное детство. Жуть! Ракета! Что, это правда? И прикинь, ты не одна в жизни горе хлебнула. Это не значит, что мы мечтаем самоубиться. Потому что некий маньяк-псевдопоп решил сюрприз поманьячить. Поп. Если мы вернемся туда, нам крышка. Крышечка! Крышка! Я есть груд. Я выбираю честную смерть, а не бесчестие. Ну ладно. Сейчас я к ней пойду, у меня куколка для нее есть, я так с ней не поговорил еще. Какая об этом. Какая муха ее укусила? Я есть Грут. Итак, сматываемся отсюда? Не спеши. Сперва попробуем связаться с Космо. Я есть Грут. Лан-класс, но он не отвечает по паспорту. Ну а что нам остается? Мы без связи. Ну, вообще-то связь может и есть. Оказалось, там все не так хреново, как я было решил. Правда? Грут до него достучится. Так,
Ладно. С вами я поговорю позже. Да-да. У убивашки сегодня особенно боевое настроение. Так. Эй, смотри, не поруби там ничего в грудь. Кыш, кыш, подвинься. Ну, убирайся уже. Что смотришь? Ну нет, я запрещаю тебе жевать мой корабль. Мой корабль. Уйди. Ишь ты, видать, нравятся ей эти кнопки. Кстати, для чего они? Панель экстренного открытия дверей. А как же ты не знаешь? Это ж твой корабль. Эй, я похож на инженера? Нет. Эх ты, козлина. Так, нет, мне не туда. Для начала надо поговорить с Гаморой. Так. Ну, для начала мне надо... Где? Питер. Гамора. Привет. Это... Медаль, которой наградили Карел? Да, это она. Забрал из ее кабинета. Собирался отдать ей при встрече, но... Никто не мог знать, что Карел погибнет. И что Ники станет матриархом. И что она, возможно, моя дочь. Это тоже. Она завалит меня вопросами, я даже не знаю, с чего начать. Как вы с мамой познакомились, почему ты нас бросил? Я хоть желанный ребенок? Иду по стопам отца. Ну, если хочешь, потренируйся на мне. Так. Кое-что я Нике уже рассказал. Но не все. Не все. Ну а как тут подобрать слова? Слышь, мы с твоей мамой того, возможно, я твой папа. Лучше не так. Вот и я про то же. Была война. Мы с опустошителями грабили линии снабжения Читаури, ну, пиратствовали. Мы думали о выживании, больше ни о чем. И уж точно не о детях. Да я Карел встретил, потому что Читаури подбирались к земле. Меркурий, да, я помню. Ричард Райдер построил форпост на поверхности планеты. Да, маленький форпост со смешным арсеналом и горсткой бойцов, у которого не было ни шанса выстоять против внезапного нападения Читаури. Я должен был что-то предпринять. Думаю, Ники бы поняла. Они чуть не погибли. К тому времени, как я убедил Йонду, форпост уже пал. Мы думали, что опоздали. И вдруг из пещер выходит Карел с отрядом. Она была такая... крутая. Из ее бойцов выжили все соки, но она не желала сдавать Меркурий без боя. Вот это похоже на Карел, какой я ее помню. Я убеждал Йонду остаться и помочь им отбить форпост. Но умирать за идею он не хотел. Так что остался я. Мы вместе строили планы. Иногда до глубокой ночи. У нас ушло 3 дня, чтобы подготовить контратаку. Да и то рискованную. Мы думали, что погибнем. Но не погибли. Да, не погибли. И теперь я должен как-то объяснить своей дочке, что ее мать умерла. Да, давай, теперь вот росла без отца. Карел не сказала мне про Ники. У нее был шанс 3 года назад, но она молчала. А что тогда было? Обещай не судить меня слишком строго. Обещать не могу. Я люблю осуждать. Ладно. Карел застукала меня с похищенной 12-летней девочкой. Да, понятно, почему она не упомянула Ники. Все было не так. Это не я ее похитил, а Йонду. Я говорил, это неправильно, нужно ее вернуть, но он не уступил. Тогда я угнал Милана и повез ее к родителям, и вот тут-то Карел меня и перехватила. Угу. Слушай, когда война закончилась, мы пошли каждый своим путем. Я вернулся к опустошителям, Карел вступила в корпус. У нас с ней не было будущего. Когда она поймала меня с ребенком, я увидел ее разочарование и осознал, что должен порвать с прошлым. Пусть даже придется сдать Йонду. Это из-за тебя Йонду попал на Килн? Так вот почему за тебя назначили награду. Он, наверное, был в ярости. Да, но я ни о чем не жалею. Только вот Карел давно могла бы рассказать мне про Ники, а она молчала. Если бы я знал, может... Самое главное, теперь ты знаешь. Да.
Теперь я знаю. Короче, пока не вернем Ники, есть заботы поважнее. Это подождет. Да. Но когда дойдет до этого разговора, просто будь с ней честен. Остальное приложится. Хорошо. Да, наверное, ты права. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну и увидимся уже в следующем видео. Пока.